Приветствую всех! Я Таня Зеленкова, автор программы «Материнство живой вселенной». Сегодня я предлагаю вашему вниманию свою книгу для родителей. Назвала я ее «Простые ответы для мам и пап». Однажды наши чудесные дети начинают задавать нам сложные вопросы по теме «Откуда я взялся?». Одним словом, вопросы про это. Как же просто ответить на эти сложные вопросы, как и не соврать своему ребенку и лишнего не сболтнуть? Вот я и представляю вам свой родительский опыт, свой вариант ответа, вариант решения этой задачи. В этой книге 64 страницы, и вы найдете здесь и иллюстрации, и подробную информацию о том, что же можно сказать ребенку. Надо признаться, что я консультировалась с моей дочерью-старшеклассницей в том, как и что именно можно сказать. Так что, пользуясь случаем, говорю ей: «Спасибо, детка моя, спасибо». Я призываю родителей не бояться своих детей и в то же время уважать их чистоту, их искренность. Доверяйте своему ребенку, мамы, папы. Я верю, что родитель может быть лучшим другом своему сыну или своей дочери. Желаю мамам и папам мудрости и терпения. А если мой материал по какой-то причине не подходит лично вашей семье, призываю, создайте свою книгу по этому вопросу. Всем хорошего дня!